Здравствуйте, это Клондайк, Клондайк Андроид. Я предлагаю поиграть. У нас еще сутки продлеваются лабиринты. У меня задание, для которого я собирала энергию и наконец насобирала. Мне надо эти кувшины, много-много кувшинов. Но долго у меня не хватит, запаса толком нет. Ускорялок нет, но есть огромный потенциал и желание пройти как можно больше. Меняться будем. Ну, 175 у меня пока не на что менять. Идем дальше. Типа 5 минут полет нормальный. Так, идем. Кувшин, кувшин. 80 кувшинов — это не так уж мало. Это надо немножечко походить. Или даже не немножечко, а довольно-таки приличненько. Так. А я уже нашла вход в главную достопримечательность. Да вижу я ваш кувшин, вижу. Но мне ж еще надо, я же жадная или запасливая. Хоть бы прилетел мой волшебник в голубом вертолете. Что-то не летит он к нам сегодня. Видать, его вчера чем-то обидели. Плохо встречали. Еще кувшин. Так. Сколько ж я уже сделала? Не туда смотрим. У, это только половина. В общем, не хочу. В общем, на этом острове мне ничего не светит, да? Полностью закончить. Ничего, пойдем еще на один. Я, кстати, эти тотемы строю тоже. Мне нравится. Та-дам. И подарочек с него. Тоже нравится. Три ускорялочки. Так, тут у нас не открыто. В принципе, уже можно было бы и не идти. Но если есть такое желание, идти на следующий. Ну, так как хочется кувшинов, решили, что пройдусь везде. Ха, интересно, сюда или, наверное, сюда все-таки. Туда и как-то мне не понравился путь. Вот, видите, тут еще тотем. Открыть. Сундук забрать. Так, теперь надо все пособирать, и отсюда можно, в принципе, уходить. Может, так на обменник насобираю. Сколько мне надо? Тихо, на обменник мне надо. Лавочка. Ой, хотелось бы 500, ну хотя бы 350, и то дело. Ну что, мы можем исполнять следующий. Отлично, справится. Так, ну, начинаем сразу. Или продолжаем собирать. Так, может быть, уже этого острова и хватит, чтобы собрать нужное количество. Вот уже 55 есть. Кстати, поставлю вариться. Раз, два. 50 энергии как-никак. С рыбалочки, с прошлого острова. Ой. И где мой волшебник, который летает? Очень он мне нужен. Потому что энергия скоро закончится. Кстати, что там у меня тут? Тут у меня... Ну, такое себе. А, лавка. Рано гонка. Ой, я где-то на каком? На пятом? На шестом? Ну, ничего. А первое место 8. Потому что я в этот раз совсем мало уделяла времени игре. У меня же еще другой Клондайк есть параллельно. Там у меня много-много островов. Ой. Хотя, вы знаете, мне мобильный тоже очень нравится. Причем сильно.
тихо. Налево пойдешь, чего-то найдешь. Тихо. Главное не заблудиться. Я нашла тотем ничейный. 18. Ну что это такое? Пойти-то я пошла. Но энергия закончилась раньше. Так. Мы едем, едем, едем. Далекие края. Упс, нашла ключик. И, кстати, отмычку тоже нашла. Мне ее хорошо спрятали. Вот она. Тут у нас... Ага, кстати, отмычка и пригодилась. Вот как. Все свое ношу с собой. Все на месте. Вот интересно, я насобираю на 350 или нет? Так, я тут, кстати, открывала. И недооткрывала. Ой, как красиво открылось. Правда? Я понимаю, что еще не хватит, но все-таки. Ха, тут налево пойдешь, направо пойдешь. Я прям растерялась. О, рыбка. Рыбка, рыбка. Ой. Тут, кстати, тоже рыбка. Вот, я ее поймаю. У меня эти закончились. Много не делаю, сделаю еще одну. Есть. Энергию, пожалуйста. Ну, о, а это кому я оставила? Не заметила. Так, итого у нас 72. Ой, может, нам этого острова уже хватит, не? 18, 19, 19. Серьезно? Могли бы уже и пропустить. Так, одна, две, три. И на этой веселой ноте можем здесь открыть, кстати, спереть. Там тоже нет, там нет, есть. Раз, два, три. Сколько надо? Две штуки. Ой, так я сейчас доделаю, в принципе, это задание. Если шо. А тут закрыто. А где отмычка? Да ладно. Так, еще раз смотрим. Две штуки. Сюда пойдешь, туда пойдешь. Сюда пойдешь, но не дойдешь. Тихо, нет. Что это такое тратить? Мы такое не договаривались. Я лучше нарисую, организую, но тратить не буду. Так. О, рыбка. Двенадцать. Так, и тут еще зажечь. И тут не хватает. Ну, обидно, конечно. Ничего не поделаешь. Зато у меня есть 350, и я это куплю. Да я знаю, что, может быть, не надо было. Почему нет? Вот раз, вот два. Да-да-да-да. И фотографируйте. Ха. Начинается. Тоже у меня фотографа нашли. Раз. Два. Первый пошел. Да потом будем меняться. Там, кстати, не хватает одной, по-моему, на покушать. Ну да, их там только две штуки. Да не буду я это закрывать. Ладно, где мы еще можем фотографировать? Ясно, на другом острове. Все с вами понятно. Почему нет? Наверное, так и сделаем. В общем, я обиделась, ехала еще раз. Так, новый остров, старые возможности. Ха, тут до фотографии пока дойдешь и фотографироваться перехочешь. Он же здесь, правильно же, правильно. Вот он, любитель фотографий.
О, скрылся. Сейчас будем энергию на него тратить. Ну так нечестно. Так, тут одну, а тут... Вы представляете, даже вот... Да не буду я ее. Даже не дали такой возможности. Так. Открываем все, что можем. И все, что... Где еще такая прелесть? Ого, третья далеко. Называется, есть чем заняться. Пока дойдешь, пока найдешь, энергию потратишь. Где мой действительно помощник, который любил мне все подорвать? Его вообще не видно. О, зато дали так вот. Зажечь. Собрать, собрать, забрать. Так. Открыть, потрогать. Ничего не дают. Построить. Есть. И тихо, энергия очень-очень нужна, очень-очень важна. Так я поняла, что нам налево, да? Нет, нам в другую сторону. Нам типа сюда. Тут рыбалка. Ну ладно. А уже смысла нет, куда бы мы ни пошли, мы никуда не дойдем. Тихо. Пытайся прорваться. И все на этом. Опять надо идти домой за энергией. В общем, видео заканчиваем. Я буду идти домой за энергией, а мы с вами поиграли. Всем пока.